Я хочу одного, чтобы наше предприятие, я нисколько не сомневаюсь, что оно сегодня лидер молочной промышленности, чтобы оно было и не только вчера, а сегодня, и завтра, и многие-многие годы. Это интервью Александр Савчич задавал корреспондентам нашей телекомпании год назад. Однако своей актуальности его слова не потеряли и сегодня. Савушкин – белорусский молочный бренд с мощнейшим потенциалом. Он носит почетное звание «Достояние республики» и стабильно укрепляет свои позиции в рейтинге самых дорогих белорусских брендов. Если хочешь иметь успешную компанию, поставь потребителя в центр своего бизнеса. Принцип, которого придерживается Савушкин долгие годы, стал поводом для еще одной победы. В прошлом году предприятие было удостоено звания «Бренд-лидер» в товарных группах «Молочная продукция» и «Йогурты» в потребительской номинации конкурса. Такой ошеломительный успех молочной компании не мог остаться без внимания. И вот сегодня за вклад в развитие промышленной отрасли Московского района глава администрации Вадим Кравчук вручил представителю от Савушкина диплом и специальный приз. Кстати, автором и изготовителем памятной статуэтки, уменьшенной копии символа Московского района и въездного знака Бреста, стало машиностроительное предприятие «Компа». Данная компания также вошла в число победителей соревнований среди трудовых коллективов Московского района. Мы сейчас выводим на рынок принципиально два новых изделия. Шприц роторный, так, для производства колбасных изделий, и клипсатор автоматический на непрерывной скрепке. Это уже, будем говорить, продукция идет, ну, она инновационная, на уровне мировых образцов. Я очень вас прошу сохранить максимально все коллективы. Потому что люди – это самое дорогое, что у нас есть. Выплата зарплаты – это на первом месте. Финансовое состояние бывало важно. И, как сказал Владимир Николаевич, без объемов, и, соответственно, не будет и прибыли, и объемов, и зарплаты, и так далее. Сегодня Московскому району по праву принадлежит статус промышленного. Именно от успеха предприятий, служащих своеобразными столпами экономики не только города, но и области, зависит благосостояние всего Брестского региона. А учитывая достаточно сложные экономические реалии, перед директорским корпусом промышленников Вадим Кравчук поставил четкие задачи, которые, убежден глава, руководители настроены выполнить, при этом сохранив свой потенциал и брендовое имя.